Как оказалось, там прятался заяц, которого они, конечно же, не упустили. Здесь тоже кто-то прячется под землей, и собаки копают, чтобы это узнать. Кто же там может быть? Для зайца там слишком глубоко. Как оказалось, там пряталась дикая свинья, которая тоже отлично подходит для обеда гиеновидным собакам. А эти копытные избежали гибели, забравшись на скалу. Собаки не могут их достать как снизу, так и сверху. Остается только подождать, пока хищникам это надоест, и они уйдут.